Трава. Зобник клубеносный. Так вот он выглядит. У этой травы в корнях есть клубни. Эти клубни в старину использовали в пищу. Сейчас в данное время используется как трава для пряностей. Их выкапывают, высушивают. Калмыки даже муку клубней добавляли в чай. Вот так эта трава выглядит. Выкапывать надо. Ничего хитрого. Место произрастания, ну, на пастбищах, недалеко от леса где-то, может, на полянах. Бывает, растет густыми зарослями, бывает такими небольшими кучками. Вот там, например, тоже посередине стоит. Запомнили? Зобник клубеносный. Полезная очень. В старину, в голодные времена его заготовляли даже на пищу. Клубни этого растения.